Хэшки, ребятушки, меня зовут Сергей, это канал Хибара, и мы продолжаем проходить серию СМ4, скорее всего, уже заканчивать, потому что осталась финальная битва, добраться до линии фронта, с земли, с любовью. В прошлой серии мы прям бежали, и, в общем, в принципе, все, сражались. Опять собирали свои новые пушки. И вот там, где какая-то черная воронка, там портал огромный стоит, там будет финальное просто сражение. Соответственно, мы идем именно туда заканчивать игру. Я, кстати, не знаю, может быть дальше... У меня ДЛС-ок в игре нету. Хотя к этой игре есть ДЛС. Там что-то, по-моему, про Россию или что-то такое, я не помню. Но у меня ее нет в наличии. Я купил чистую игру просто без ДЛС. Но потом, может быть, не исключаю, что мы и пройдем как бы ДЛС. Но это все будет потом. А сейчас нам надо просто победить. Так, там уже, кстати, виднеется. А может быть, мне как-то вот отсюда можно попасть и съесть вот что-то там фиолетовое, которое было. Получается же так, правильно? Но тогда мне потом опять делать огромный крюк. Ой, ой! Уходим! А что так жестко? Они вообще здесь как-то их дохера слишком. Нет? Мне кажется, что их слишком много. Так, ага, вижу вот этого зеленого. Ага, еще минус один. Так, еще один зеленый. Надо их завалить в первую очередь. На-на! Нихера себе, вот это красиво сейчас было. На нахер! Опа! Вот это, кстати, я не делал, я еще не убивал его. А это кто? А тебя могу? Нет, тебя, кстати, не могу, прикиньте. Так, отлично. Так, там еще бегут. Надо что-нибудь другое взять. Надо вот дробовик бы с этим, с двухстволками поиграть. Че я с ними? Забыл про них вообще. Они что ж, смотри, дамажат вообще. Да, их много. Но они такие, как бы, блин, простенькие. У них, во-первых, туша огромная. У них огромная туша, поэтому по ним, во-первых, попасть легко. А во-вторых, они не очень быстрые. А в-третьих... Ой, елки. Ой, ой, ёп. Тихо! На нахер. На нахер. Все? Ну, сейчас точно все. Я не пойду за той херней, на самом деле. Типа, блин, нахрен надо. Только время тратить, по сути, а там будет какая-нибудь безделушка, которая мне нахрен нужна. Так, слышу что-то страшное. А что это такое у меня в руках? А, это гранатки, что ли? Даже не знаешь, что взять, на самом деле, в руки. Фу. Так, запись идет. Это все хорошо. Это прекрасно. С
скорее бы уже финал, на самом деле. Я что-то подустал уже в Сэма играть. Вот раньше такого не было. Вот давным-давно, когда ты играл в игры, ты так грустил, что игра заканчивается. Так грустил. Невозможно просто думать, блин, вот бы она никогда не кончалась. А Ну это генерал, он сразу мне казался каким-то говном. I have no idea what you just... Я тоже ни хера не понял. General Brandt. Now that I understand. Так. Опа, вот это мне нравится. Вот это я люблю. Так, это еще не... Ни хрена себе. Тут мне прям дали так, что я еще сюда вернусь. А это что? Что-нибудь интересное? Это что, черная дыра? А почему я взял... Или это... А, это апгрейд для вот этого, чтобы луч пускать, если вдруг я до этого не собирал. Ну ладно. Обидно немножко. Так. А вот тут нужна, наверное, какая-нибудь ярость, что ли? Давайте используем ярость. Что мы копим? Так, два оружки берем. Только она какая-то так себе, на самом деле. Да, перезарядка хорошая, не спорю. Только мне как бы... И что, у меня хпшки-то все равно херово-то. Тихо. Ну и что, хпшки-то нету все равно. Ой, елки-палки, что я натворил. Да я говорю, это херня все. Это ярость вся просто херня. Хотя, может быть, надо было другую оружку взять. А теперь ее там, кстати, нету. А может быть, надо было лазером в них? Вот в чем вопрос. Точно. Скорее всего, надо было просто лазером в них херакнуть. Кстати, вообще, кстати, неплохо даже. Очень даже неплохо. Там, правда, вот этот вот хер. Ну, но жарит знатно, жарит. Ой, как знатно жарит. Блять, ой-ой-ой, кончилось все. Блять, а что, мне надо прятаться срочно? Ща. Нормально. Нормально, отлично. Так, собираем. Ракеты надо еще. Че, все что ли? Нихера себе. Блин, вот это лазерная просто охереть. Какая она... Какая же она эффективная. Просто не могу. На дальнее расстояние и то, как бы, как точно стреляет. Там хоть лазер начинает вот колебания быть, но как же все равно она точно херачит. И какой дамаг-то у нее жесткий, охренеть. А, кстати, если меня убили, как работает этот дефибриллятор? Дефибриллятор. Как он работает тогда? Что-то вообще не понимаю. Ну-ка, давайте читанем. Не знаю. Как он работает? Может, как-то автомат...
как-то автоматически должен, по идее, но... Я же умираю, как я могу его использовать? Вот мы же сейчас погибли, да? А толку? Так, что такое у нас? Ракеты, отлично. 50 ракет. Прям полную дали сразу. Уходим. Тем более, если ракет-то много, да? Да кто с... Да иди нахер! Раз ракет много, почему бы их не использовать, правильно? Да ты охерел, что ли? Блин, этот миномет, он, конечно, иногда по площади хорош, но... Так, на... Так, кто здесь? Блять, как это, где это? Вот это мне нужно. Где ты? О, ай-яй-яй, ой-ой-ой, блядь, сейчас убьют. Заклюют сейчас. Тихо, спокойно. Одну забили, отлично. Вторую забили, отлично. Так, ага. Вот, третью забили, отлично. Все. Так. Блин, на каких-то мобах, короче, очень хорошо использовать какие-то определенные оружки. Но, блин, в суете ты начинаешь путаться и брать, что попало под руку. И из-за этого ты теряешь секунды. Хорошо, что ракетницы дают много. Прям сразу 50, отлично. А тут что дают? А, тут тоже ракеты, это неинтересно. Не знаю, я вот ярость использовал, ну и что это такое? Это кто, враг? Нет, показалось. Мне бы сейчас вот какие-нибудь лазерные бы, вот эти вот, зеленые. Так. Я не знаю, мы за эту серию успеем, нет? В принципе, линия фронта, она близко, но из-за того, что мы петляем вот так туда-сюда, она кажется очень далеко. Долго идем к ней. Хотя... Мы прям сейчас миновали целый кусок. Я думал, здесь сейчас тоже... Опа! Я думал, здесь сражение тоже будет какое-нибудь. Так, кто здесь? Хера себе. Да это я сейчас вот так вот сделаю. Guys, I'm pretty sure the big battle's the other way. Так, драчка с другой стороны. Thank you.
Бля, ну нет. Ну нет же. Ну нет же, блин, ты чё? Перезарядка. Нихера себе мясо тут просто. Зря я пушкой не воспользовался. Хереть! Хера себе, сколько здесь. А что это такое круглое? А, это шары. Надо было шарами пользоваться. Ну ладно. Так, что у нас? Ракеты, отлично. Наверное, мы опять за эту серию не сыграем. Хотя мы играем 16 минут. Может, успеем, не знаю, ребятки. О, у меня шея затекла просто. Шестистволку, блин, патронов дают много, но она на... Да, она даже на средней дистанции она очень плохо себя показывает. Потому что, знаете почему? Началось. Так, спокойно. Так, нет! Нет! Тихо! Да нате, получайте! Получай! 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 Тихо, спокойно! Тихо, спокойно. Патронов вроде дают много, но они очень быстро кончаются. Надо... Ай, блядь. Надо стрелять так, чтобы много врагов попадало под этот шар. Иначе просто в этом нету смысла. Патроны, кстати, кончаются. Патроны кончаются бесщадно. Надо срочно ядра собирать. Ну, вроде все, остались медленные, такие неуклюжие. Хотя их там все равно дохера. Пушка, конечно, что надо. Блять, надо собрать хоть немножко. Один снаряд остался, охренеть. Так, надо вот этого завалить. На нахер! На нахер! Ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Уходим, блин, жестко жарят. Так, давайте шестистволочку возьмем. А я всех завалю, а не, нихера, не всех. Патроны все равно дают до хера просто. Вот это класс, вот это мне нравится. Вот это Сэм, вот это я понимаю. Правда, патроны, блин, на вот эту ядерную херню дают вроде бы много, но они очень быстро тратятся. А пушка, блин, зачет. С нее прям стрелять одно удовольствие. Только, только ради этих одних орудий можно любить Сэма.
Потому что я вот помню, в старых частях, когда играл, мне вот эта пушка казалась чем-то вот, ну, настолько, типа, блин, ну, верх кайфа. Ну, шестистволка, да, тоже. И когда ты уже получал, ты вот наслаждался на полную. Но здесь вот она как-то по-другому происходит. Как-то вот, как будто вот ты стреляешь и режешь с этого все. Хотя вот раньше, в старых частях, я с ядер вообще почти не стрелял. То есть, ну, практически... А, все, уже полное. То есть я пользовался крайне редко и больше любил там какие-то лазерные пулеметы, там еще что-то. И в итоге как бы вот... А тут вот с ядер я пострелял, наверное, за все части вместе взятых. То есть здесь прям дают стрелять, будь здоров. Так, ну что опять начинается? Блин, а там эта херня, смотри. Там две херни эти. Очень плохо. Но у нас есть шестисволочка. Кто так жестко жарит? Охереть! А, во, надо лазерную использовать, кстати говоря. Что ж я об этом не подумал, кстати. Об этом я не подумал. Но они далеко, в принципе. Хотя, по сути, стреляют-то вот этими ракетами. Это именно эти черви. А интересно, если их... Хотя... Блин, даже... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Сразу двоих там, прикинь? Или нет? Все-таки одного, наверное. Хорош, вот это трехочковый просто попал. Можно и так стрелять, в принципе. Отлично. Зеленую надо завалить. Да, блядь, не получилось. Я не знаю, у них дамаг-то вообще какой. Что-то, по-моему, у них слишком жестко. Но можно с ракетами, потому что ракет тут дают просто хер в гору. Да, блин, да охренеть! Больно, очень больно. Если хедшот им ставить, они, короче, вообще... Ай, бля, как больно! Очень больно. А вот это меня просто задрало уже. Их так много, блин, я до финальной битвы сейчас не дойду просто. О, у меня броня вся кончилась, вообще все кончилось. Блин, сейчас конец игры, я двухстволками пользуюсь. Ну а чё если... Ой, блин, а там еще жесткие идут эти.
В принципе, что, патронов хватает разных пушек красивых. Да блин. Быстрее, быстрее, быстрее! Так, ну где там они закончатся или нет? Автомат, давайте автомат. Да хотя шестистволкой можно. Тут очень много, часто вот в одной куче бегут разные мобы, которых не хочется стрелять, допустим, вот в таких. Таких можно пистолетом завалить, но вместо них еще, точнее, вместе с ними бегут еще всякие жесткие, которые не берут пистолеты. Вот это месиво вообще, вот это я люблю, вот это так, вот это да. Да, наверное, придется еще одну серию записывать. Уже 30 минут, а время... Ухо. Блин, их очень много. Очень много. Охереть. Конечно, хорошо патронов дают. Вот для шестистолки патронов дают прямо вот будь здоров. Радует, что в этой игре нету, короче, бесконечных мобов. Знаете, вот, короче, когда бывает, чтобы у тебя скрипт сработал, тебе нужно добежать до какого-то места, но враги-то постоянно идут. А здесь такого вот... Так, не так, вот так вот надо. Их там 4, охереть просто. Так, ну, я считаю, что нам надо сейчас подойти... Бля, как больно. Кто это был вообще? Так, короче, терпение подошло немножечко к концу. Я его хоть дамажу, нет? Мне кажется, я его не дамажу. Хотя не, смотри, дамажу. Очень даже хорошо дамажу, нихера себе. Вот еще один минус. Это что такое? Это что такое? А, это его детали, наверное, разбитые, которые упали. Да, что-то прям вообще потненько. Но от этого не менее интересно. Блин, сколько здесь снарядов, сколько здесь всего лежит, а я все это пропускаю. А я не простительно все это пропускать. Много времени уходит на то, чтобы это все теперь собрать. Так, это ладно, это уже не надо. Ты, короче, вроде пробегал здесь, а в итоге все равно до хера всего лежит. Так, все, да ладно, я уже собрал целую эту, блин. Вот эта пушка, конечно, лазерная. Это такая имба. Ну все, это вот финально уже, это прям вот конец. Ну давай, не, давайте еще играть, еще играть. 30 минут только прошло. Прошло только 30 минут. Конечно, можно было, наверное, поэмоциональнее, но... Не знаю, я как-то за весь Сэм уже подустал немножко. Но битвы нравятся, блин, мне нравится.
О, а все, началось, это же финальное. Все, здесь же прям это пошло, смотри. Да, так, кто-то мне вечеринку начал без меня, вы что, без Сэма? Так, рад снова тебя слышать, босс. Так, Сэм, отправляй координат пункт снабжения. Советую двигаться туда. Какая же ты умница. Жесть. Так я могу лазеркой просто стереть все с лица земли здесь вот. Я пока не буду, конечно. Давай, чуваки, давай, вперед, вперед. Я сейчас помогу вам. Ух ты ж, елки-палки. Тактика, конечно, так себе. Еще не вижу никого. Да ладно, танки? Хорош, стреляй, стреляй, давай. Шума, кстати, мало. Как-то тихо. Давай я помогу вам, ребятки, чуть-чуть вам помогу. Вот этих самых жирных убить. Жесть! Так, вижу, так, да здесь надо вот это использовать. На нахер тебе хедшот. На, а, это уже убит. Смотри, их там прям вообще косит нормально так. На нахер. И на нахер. На нахер тебе хедшот. И вот так тебе. И вот на. И получай. Так, где генерал? Куда мне идти вообще? Возглавить атаку. А, да ладно, возглавить атаку. Все, тогда без проблем. Вперед, вперед, вот так. Не жалей патрон. Смотри, я вообще всех выкосил. Правда, у меня очень сильно. Опа. А, все, мне типа надо именно сюда, окей. Все, это скрипт. Я сделал все, что мог. Ну, лазерка. Ты видел, какое я поле вычистил? Никого рядом особо не было. Так, это вот этот самый. Блин, а ты такой уродливее становишься. Так это, вот это, чувак, это получается... Oh, shit. То есть генерал ему прислуживает, а это вот самый-самый главный босс. Я Говард Брэнд, последний из людей. Так ты генерал? Зверь апокалипсиса призвал тебя. Ра-ра-ра, великий чернокнижник. Oh, так это вот это босс, охереть. Is your most hated adversary, Sam Stone. The Lord of Unreason will be most pleased to see him humbled. Let this tribute be the start of a... Охренеть, насколько он большой? Как его земля вообще держит? You'll bring about the end of history! В чем прикол вообще был? Это генерал вообще говно, по факту. Сэм, как ты выжил вообще с такой падения, с такой высоты? Мне нужна ядерная какая-нибудь... Да ладно! Так, новая цель, босс, это же босс! Как мало ты наносишь, охереть! Мне нужна ярость! Так... Крюк и парашют, все, что нужно для этого. Окей. Ну-ка, давай посмотрим, что тут у нас. Это что, это все, что... Окей. C4? Ой, он злится. Ух, елки. Ай, больно. C4, а зачем мне C4? Мне надо включить ярость. Все, сейчас я его просто вот так, смотри, на. Так, нет, надо что-то, давай вот шестистволочку. На-н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 а.
Вот так. Хорош. Ну, очень-очень медленно, конечно. Он идет еще и на меня. Ты в смысле? Подожди, от кого он получил-то хпшку? Да, бля, больно как. Да, бля, а как больно? Что это такое? Так. Мне нужно... А, мне нужно вот эту херню, что ли, сломать или чё? Подожди, что это такое вообще? Не совсем понимаю, что это такое. А-а-а! Тихо. Все, я взорвал, да? Отлично, один из девяти, охереть. Так, а я еще могу сделать, да? А куда мне? Ага. Не, я сюда не могу, кстати. А, или могу. Так я по нему ходить могу, ни хера себе. Подожди, а как? На нахер. Жесть, а как? Это долгая битва. Так, крюк кошка, вот так вот. И раз. Так, С4, на нахер. И все, я пошел. На нахеру. Так, крюк кошка, хорош. Вот так вот. Так, где еще? Где еще эта херня? Ой, как много их. Куда-то мне еще надо. Тут просто... Ах ты ж гадина. Тут просто показатели такие, очень плохо понятно. Так, вот сюда вижу. Нет, не вижу, не сюда. Ай, бля, как боль. Так, я думаю, что это надо закончить в следующей серии. Так, одна. Вот, я вижу, что мне надо вот сюда вот. Или нет? Как выглядят-то вообще эти? Так, вот, вижу. Ага. Так, все, устанавливаю, все, я пошел. Так, еще одна, ага, отлично. Надо, короче, это, хпшку себе пополнить срочно. Да, как больно. Пацаны, вы их вообще уничтожать будете, нет? Что за херня? Бля, как жарит-то. Ну, конечно. Он, конечно, не то чтобы жарит жестко, но, блин, неприятно. ХПшку срочно надо еще пополнить. Там, получается, и броня, и ХПшка, правильно? Это еще что за херня? Так, что у нас тут? Ай, так, крюкошка. Вот давай сюда вот, наверное. Мне надо как-то ходить и искать вот эти вот херню. Ой, бля. Или это что это? А, это какой-то прыжок, портал, что ли, типа? Вот, вижу, вижу, вон. Так, смотри, здесь у меня... Так, С4. Вот. Все, уходим. Уходим просто нахер отсюда. Бля, больно. А я не знаю, сохранение вообще проходит, нет? Так, тихо-тихо, срочно. В смысле пропало?
Ай-яй-яй-яй-яй. Да как их много здесь, нихера ж себе. И дамажит очень жестко, бля. Они, короче, бесконечные, я понял. Они просто тупо бесконечные. Да, бля, как больно-то. Ну это, блин, жестко, жестко. Мне так не нравится. Так, вижу вон еще, кстати. Ага. Так, вот вижу. Давай. Так, ага. Вот так вот. Так, все, уходим. Ты уходи, ты нахер отсюда. Давай, взрывай. Отлично. 4, блин, но все равно жестко как-то. Да блин, как ты жаришь-то, охереть. Ну что это такое? Вот что это? Это максимально... Так, броня здоровья, окей. Ищем, вот еще вижу. Вижу вот еще, давай. Ага. Уходим. Уходим, взрываем, взрываем. Давай, давай, взрываем. Отлично, 5. Ну мне бы сохранение, мне бы сохраниться бы. Так, вижу вон еще. Так, давай, давай. Давай, вот сюда, ага. Так, это самое главное, уходим. Уходим. Так, 6, отлично. Главное не дерзить. Не дерзить и искать другие места. В принципе, все не так сложно, если понять, как это все работает. Вот, вижу. Так, все, я просто понял, как это работает. Ну, по большей мере. Так, 7, где еще? C4, что ли? Не, C4 у меня есть, все нормально. Так, вижу, вон. 2 осталось. Получается, 2 же осталось, правильно? Так, отлично. Взрываем, тихо, взрываем. Отлично, и вот еще одна. Все, все оказалось гораздо легче, чем я... Ай-яй-яй, блядь, взрывай, взывай. Отлично, снаряд... Так, все. Сохранение прошло, сохранение. Ура, молодчина, детка. Ну, сохранение прошло ведь. Только не говорите, что сначала. Отлично. Так, уходим. Так, отлично. Да как так? Да что такое? Ну, ёлки-палки. В смысле, взорви его нахер. Блять, это я разбился, окей. Какая-то херня прям жесткая. Да, блять, опять разбился. Надо что-то делать, я не понимаю. Тихо, тихо. Подожди, у меня в руках появилась вот эта херня. Я разбиваюсь. Смотри, нажмите, чтобы продолжить. Окей. Вот как она работает. Все, теперь понятно. Отлично, блин. Я думал, все. Я думал... Так, тихо, надо забрать. Отлично, это же вообще просто кайф, блин. Получай, скотина, получай. Дождь гранат, получай, получай. Мне бы еще ярость выпить какую-нибудь. Смотри, кстати, как у него жестко дамажится. Ай, боль. Как больно, ни хрена себе. Интересно, я если я не взорвусь здесь нахер? В ней, в этой машине. Или я просто из нее выйду, короче. Давай, давай, осталось чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Хорош, хорош. Я его замочил. Ну, как говорится, чем больше шкаф, тем громче падает. We did it! Так, это существо лишь временно оглушено. Вы ничего не предпримете, он снова... Если вы ничего не предпримете, он снова встанет. Но как его убить?
Hellfire, I'm gonna need wings. Your wish is my command. Крылья? Ага! Он сейчас ему типа в голову воткнет это, да? Nightstick. Sam, did you just break the Holy Grail? Yep. That thing's gonna blow! Yep. Hey boys, did you miss me? You're right on time. Wanna go for a ride? Say hi to the big fella? You betcha. Open wide! Это ж какой огромный портал, нихера себе. That went straight to his head. I would have said, don't... Ну, босс легче, чем в третьей части, намного. That was one hell of a migraine. This is getting very cerebral. Things came to a head. Brain drain is a serious issue. Короче, шуточки опять придумывают. I guess he couldn't get it out of his head. No. Придумал. Мы взорвали ему мозг. Perfect. Это идеально, реально. Это самое четкое обозначение данной ситуации. Yeah, it's the worst. The life so short, the craft so long to learn. I had pun block for a week once. It's never happened to me. You think this is the end? You think you've won? You have no idea what Tahum is capable of. He will destroy this planet, and nothing. Да его завалить надо. Нахер вы его там что-то лепите? Завалили бы и все. А, ой, это же это. Это что, Топ-Лем? Ну правильно, мы же это, где Тунгуска была, мы же в Тунгуску шли. Тополем. Ну правильно, все. Надо его это. Ну или тополь там какой он сейчас. А, это сейчас типа в портал полетит. Блин, так надо дальше уходить. Это же ядерная боеголовка. Это же залетит. Подняться должно полностью. Она на такое не должна. Не хватит силы. То есть, когда она полетит, он еще так не разгонится, и она бы просто упала. Так что неправдоподобно. Надо поднимать ровно перпендикулярно земле. Потому что, ну, она бы упала. Нереалистично. Ну, ладно. Ну, у него, кстати, легкая смерть, потому что он просто ничего не поймет. Там за секунду и все. Не больно, ни хера, ничего. Даже не страшно, по сути. А где все левиафаны? Они же только что на кадре летали. Они типа все падают или они... О, они же на кадре же только что были. Они либо исчезли, либо просто упали сразу замертво. По идее, все. Скорее всего, сейчас будет какая-нибудь концовка. Right over the Arctic Ocean. And you survived how? He's serious, Sam? That is not an explanation. I'm Rodriguez the Ram. When I jumped off a hooker's bicycle, I broke my pelvis. No, there's a theory that states... Oh, God, not again. It's not a theory when some whack job just comes up with some random stuff, Carter. Anyone can do that. I can do it. Dogs invented the moon. Короче, понятно. Разные у них тут беседы. В общем, что я могу сказать? Игра поначалу была скучная, если честно. Вот реально скучновато. Все как-то очень ярко, народу как-то очень мало. Как-то вот декорации, вот мне как-то скучно было. Под конец, вот после половины игры, стало нормально. Мне прям вот четко начало нравиться. Пушки классные, ситуации классные, роботы там на мотоцикле покатались. Вот что-то интересное, новенькое такое, прикольно. Единственное, я не насладился вот этими ультами, там черными дырами, ядерной боеголовкой, взрывом. Это
Ну это, короче, блин, мало попадалось. Блин, вот здесь бы использовать ядерный взрыв под конец. Было бы вообще, знаешь, как классно. Ачивку там дали. А тут как-то вот долго растягивалась. Не знаю, мне не понравилось, вот что она долго тянулась. Первая половина игры как-то скучно. Потом второе, декорации. Какие-то, блин, кучу закутков, миллиард вообще, куда можно пойти. А по сути, там ничего не лежит. Вот, или патрончики для дробовика. Ой, как классно. В старых частях такого не было. Там было просто вот прямые дороги, закутков особо не было. А если был закуток, то там что-то лежало интересное. Ну, это по моей памяти. Вот. По поводу сюжета... Блин, ну двояко как-то. Ну, как-то двояко. Вот, вроде прикольно, вот под конец как-то слишком вот долго все, точнее, вот резко началось и резко закончилось. Почему вот эта жопа началась, почему вот это все опять как обычно? Мы же в прошлой серии тоже победили это зло, мы же, ну, точнее, в третьей части, мы же там убили огромного, и мы вроде как победили, все стало спокойно. Почему опять вот толком вот так началось резко, опять непонятно. Либо это тогда не закончилось. Там, скорее всего, тогда был задел на четвертую часть, я еще тогда сказал. И типа, да. Да, там что-то... Ну, все равно как-то резко все началось. Потом... И в конце резко закончилось. Просто вот мы шли, и вдруг мы убили вот этого вроде как главного, и все вокруг во всем мире закончилось. Война-то во всем мире была. Где вот эти все вот... Ну, как-то все очень резко вот так кануло. Но это ладно. Они... Опа, там кто-то идет, кстати. Вау. That got dark fast. I got beer. Quinn! Это Квин пришла. Вот. Если, ну и как бы картинка, она более как яркая такая, более яркая, насыщенная, но при этом она кажется немножко мультяшной. Вот. И игра не страшная, вообще не страшная. Только моменты резкие были. А потому... А чё, отец... А, да ладно, отец погиб? Отец Михаил погиб? Серьезно? Жесть. Я что-то так и не понял. Я упустил этот момент, кстати говоря. Очень упустил этот момент. Ладно. Ну что? Сейчас, наверное, какой-то мульт будет, который покажет, что будет пятая часть. 100%. Я вот не сомневаюсь. Так, это бабка с... Нет, это не она. Или она? Нет, по-моему, она, да, с пулеметом, с шестистволкой. О! Американо. Американо. Анна, I have a mission for you. Silly boy. Let's do this. Ну все, я и говорил, какая-то миссия. Будет пятая часть, 100%. 100% будет пятая часть. Короче, ну что я могу сказать? Если брать по пятибалльной шкале, я бы, наверное, троечку поставил. Потому что, опять же, сюжет какой-то такой вот себе, а графика... Блин, графика вроде красивая, насыщенная, такая прям, ух, мобы. Вот, ну что мобы, кстати, я вообще вот это просто миллион баллов даю. Вот за прорисовку вот этих всяких зомбаков, монстров и так далее, просто вот 5 баллов, вообще ничего. И про оружки. Вот оружие и монстры, это топ, вот топ. А сюжет... Сюжет, карты, суть... А, что меня еще выбесило, это вот эти вот их разговоры. Вот эти вот ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, шуточки, вот эти ля-ля... Ну, короче, такое себе. Вот старые части я оценил за что? Ты один, и ты идешь, и какие-нибудь скажешь вот за всю игру пару фраз... Ну, не пару фраз, но там несколько фраз. И какие-нибудь коронные такие, вот. Типа, все, сейчас дам тебе леща, или... Ему там обсирает огромный... дьявол там какой-нибудь, он такой, ну, сейчас я тебе, короче, по печени врежу. Вот. И такие короткие фразы, и это было круто. А здесь вот они так болтают, что тебе даже услышать неинтересно. Они какую-то херню несут. Вот. Ну, ладно, ребятки, наконец-то мы закончили эту четвертую часть. Ну, будем ждать пятую по-любому. Раз я все играл, надо и пятую играть. Когда она выйдет, непонятно, но явно, что задел есть.
судя по конечной картинке. Вот. Так что, ребятки, всем спасибо за поддержку. Если есть желание поддержать канал, проходи по ссылкам в описании. Буду рад любой монетке. И подписывайся на канал, ставь лайки, дизлайки. Обязательно жмакай колокольчик, чтобы не пропускать следующие серии игр, следующие видосы. Вот. Комментарии обязательно пиши, что ты вообще думаешь по этому поводу. Отвечу на все комментарии. Обязательно пиши, я отвечу всем. Очень приятно, когда вы пишете. Ну и все. Вот. Конечно, если сравнивать со всеми частями, как бы старые мне больше нравятся. Третью я особо не помню. Вот. Ну, помню, но вот не знаю, как-то вот. Для меня вот первая часть древняя, первая часть самая топовая и самая страшная. Здесь нету страшных моментов, там было темно, нагнетающее вот это, кто-то где-то бегает, темнота кромешная, ты в подземках, в Египте этом, и вот это страшно было. Ну, плюс ты еще был подростком каким-то, малым, и тогда было страшнее. Ладно, ребятки, все, всем спасибо за поддержку, за просмотр, за вашу активность, продолжим уже играть в другие игры, всем спасибо, всем пока.